Может тебя угостить, честь повысить? Спектральную водку. Сейчас мы ему... Сейчас мы его споим и стырим у него ключ вместе с дробовиком. Ну что за твое повышение? За мини. Wow, listen to me. I'm soaked. I should probably slow down. Who am I kidding? Так, поставить еще вот. Nonsense. You've got another in you. Guess I can't argue with that. I don't feel. Чё там, мужик? Город и звезды. Сейчас у него звезды будут такие. Надо присесть, говорит. Мужик. Ой, его убили. Его убила водка, народ. Он умер. Он просто умер. Он просто сдох. Видите, что будет, если выпить три спектральных водки подряд? Вы откинетесь. Пенсионный район. Еще даже есть пенсионный район. Сейчас нам зайдем, пенсионеры, наверное, в кандалах ходят. Чё за говно? Да заткнись, мужик. Нет, слишком круто. Заткнись. Я согласен. Some assembly required. 24/7 furniture is not responsible for any injury, psychological damage or divorce litigations that occur during the assembly process. Слушайте, не особо похоже, да, на пентхаус. Смотрите, уж что-то пентхаус поразваливался. Вот это пенсионный фонд. Ой, не пенсионный фонд. Пенсионный район. О, нормас. Вот это мы приехали к пенсионерам. А вот такая пенсия, да, отлично. Пенсионный дрон ассистент. Давайте пенсионного дрона ассистента. Сломаем ему мозг. Классная штука. Сейчас мы зарядим мою адскую машину. Враг убит. Короче, пенсия отличная у чуваков. Смотрите, как они вышли на пенсию. Уже тут даже скелетики валяются. Руки, ноги. Черепушки. А, это, кстати, тот хмырь, который меня тогда спалил. Видите, он сдох все-таки. Какая трагедия. Мне нравится такая пенсия, слушайте. Вот, мужик-тыква, нифига. А, это не мужик-тыква, это... Какая-то фигня на тыкве. Тыква на какой-то фигне, точнее. Ну, короче, что-то с тыквой, пацаны. О, еще одна тыковка. Z532. Вот это круто. Даже будет... What? Что? Будьте дальше тратить мое время, я закопаю вас в выговорах. Так, что вы до смерти изрежете руки бумаг, пытаясь выбраться. Oh, no. It must be from Chairman Rockwell's office. I'm so sorry. Please. Вот это мы чувака присанули. Вы это видели, да? Я просто его морально уничтожил. Делай, что хочешь, психопатка. Да. Автоматический надзиратель. Мне это нравится. Слушайте, сейчас я ему жопу надеру. Героическая кончина. Отлично. У меня будет героическая кончина. Где мои пушки? Макс, ты готов? Ты всегда готов. Феликс, ты готов? Посмотрите на лицо Феликса еще раз. Он всегда готов. Оно ничего не выражает, лицо Феликса. Поэтому сейчас пойдем всех замочим и все. Ай, е-мое, сломал ноги. Как же так-то? А где этот... О, таран. Нифига себе таран. Можно вскрыть? Я взял и сломал эту фигню. Новые охи, а. Сейчас еще эту сломаю и обозначить АБП агрессивным чужаком. Открыть меню ручной блокировки АБП. А, вот это 100, наверное, круче.
попытаться запустить алгоритм отключения БП. Аканты, чё? Тупица. 1, 2, 3, 4, 5. Понажимать всякие кнопки. Наука 100. Вставить БП, тупица, выкрикивать цифры. Чё я сделал? Ой, я его выключил. Ой, это такой тупняк. Вы бы знали. Конечно, Феликс, ты же знаешь, с кем ты имеешь дело. Мужик, что-то ты как-то вообще оказался таким лохом конкретно. Лох в квадрате. Не, в кубе даже. В квадрате это слишком легко сказано. Как можно было так помереть лихо? Понажимать какие-то кнопки. И все. А что, и все, что ли? Что это было? А что это было-то? Так он... Чё? Вот так легко? Я же думал, там махач будет вообще сейчас у нас суперский. А, я извини. Я все прослушал. Очень мороженку хочется. I see. Well...